Ну, каждый год начинать тяжело всегда. Вот, как у нас сейчас немножко дали физической нагрузки больше, чем и игровой, и тактической. Поэтому всегда первые дни очень тяжело, особенно с Ричем, поэтому... Ну, мы стараемся, выкладываемся по полной. Ну, да, мы все ассистенты новые, кроме Рича, ну и Майк остался с прошлого года. Ну, это всегда интересно, всегда их очень много, 7 человек, по-моему. Так что можешь каждому всегда подойти, поработать индивидуально, попросить помощь. Всегда тебе подадут мяч, покажут что-то новое, какие-то упражнения перед тренировкой, после тренировки всегда остаемся, всегда нам помогают. Ну, я не могу сказать, что кардинально как-то отличается, просто новые люди, а как бы задачи те же и помощь та же. В принципе, есть один отдельный человек, который занимается большими, другой, кто занимается более дриблингом, техникой для маленьких. Ну, поэтому я не могу сказать, что прям всем чем-то сильно отличается от прошлого года, просто другие люди, а... В принципе, принцип остался тот же. Ну, я такой человек, что я никогда забегать вперед не хочу и не буду. Я могу сказать так, что я думаю, все постараются выложиться по максимуму, приложить все усилия, чтобы пройти, выйти из группы. Ну, конечно, будем ставить перед собой максимальные задачи, занять первое место. Там дальше как будет, и будем стараться, будем бороться, будем стараться победить в каждом матче.